Привитус, амигос, значит, настало время дорезать резьбу всем на радость. Значит, в комментах кто-то по делу написал, что Магнум найдет, ну, при разделении персонажей найдет тёлка, да, поэтому патроны я перекинул ей. Но это не то, что спойлер, это не то, что чит, это скорее спасло меня от лишней перезагрузки, потому что, ну, естественно, как дальше жить-то, когда Магнум у одного персонажа, блядь, патроны у другого, а дальше что? То есть, как убивать-то этих тентаклей? Но это мы видели. Обезьяна нападает. Это мы тоже видели. И это мы видели. Все мы видели уже в этой жизни. На, пидорес, сука, начинается файтинг могучий вообще. Сука, жуй говно, блядь. Что-то его совсем как-то растворило с двух... С двух коктейлей развело... развезло, как мою бывшую, еба. Так... а дальше-то что? Подождите, где Билли-то? Где Билли? Слушай, Билли, слушай сюда. Будут деньги, будет еда. Билли. Билли Идол. Но я вижу только одно место, где мы еще не были, и я вообще не понимаю, что это учебный центр, подвал 1. Почему-то там... Я не помню, что-то вот такую комнату зигзагом, и чтобы там дверь была закрыта. Третий этаж. Нихуя не вижу нигде Билли. Переключиться на него нельзя. А, ну да, мы же в поезд шли. Извини, Билли, бля. Все равно тебя бы расстреляли. Монорельс полностью обесточен. Похоже, что-то случилось с спусковым устройством. А, наверху что? Блядь, досадная херня. Спусковым устройством. Ну да, внизу тумблер, он лестницу просто пододвинул. Да, наверху, значит, что-то. Обезьяны, блядь, ебаные выключили, наверное. Макаки, сука, позорные. Вставьте все обратно, как было. А, ебать, что это такое? Сука. Смотрите, как я мобов фармлю, да, кирзачами. Ну, вдруг они опять соберутся в жидкого терминатора. Нахер нам нужен. Так, чего выкинем-то? Наверное, патроны выбросить надо. Надо обилие их оставить. А, ну я сейчас же подберу. Так, использовать. Хороших заставок много не бывает. Почему бы не показывать одну и ту же дважды? Кто-то написал, что можешь выкинуть пистолет, патроны, они не понадобятся. Конечно, не понадобятся. А чем стрелять-то? Че, бомжей больше не будет? Теперь только, блин, знаете, воинствующий тентакль я без... Да ёб твою маму, камеру, блядь. Оператора, сука, в руки делал. Просто задолбала камера, конечно. Вот раньше-то это казалось вообще хай-тек технологии, после Сеги в такие виды играть. Но сейчас, в 21 веке, я просто труба шатал. Так, ну что там? Боссом, наверное, машинист будет, блядь. Или этот контролер билетов в поезде. Кондуктор. О, о, сидит, смотри, пациент. Чё, дергай рычаги, поехали. Посадочных мест, конечно, тут маловато, блядь, маловато. А, вон у него в руке ствол мигает. Запустить монорельс, да. Хуерельс. Нихуя себе. Волыныч какой у него. Ну чё, блин, два коктейля Молотова. Я не думаю, что, блядь, с другой стороны, 22 патрона для пистолета мистера Тентаклю точно не убьют. Сука, дай ствол помацаю. И чё, он типа не встанет, что ли? Пассажир. А чё с ним случилось? Кто его в поезде-то сожрал? О, еба, 8 патронов. Вау, я посмотри, какая пушка. Обычно в резьбе сначала револьвер, магнум, потом... А, это, смотрите, что, телевизоры, что ли? Или это окно так потрескалось? Запустить монорельс. Билли, давай, бывай, короче, чувак. Походу, тебе ничего не поможет. Но я еще могу сибаса и жить счастливо. Здесь надо музыку из Титаника. Грустную, грустную. Ау. Это не поезд, это... Чувак, что, не встанет отомстить за свой пистолет? Ладно,
Ладно. Пойдем. Я думаю, что первого бомжа я, если бомжи вообще будут одного, то я из пистолета расстреляю. О, две травки. А что это такое? Так, не к добру что-то, блин, не к добру, дай-ка. Тут что-то не к бобру ни хрена, надо аптеками запастись, что-то. Что-то я чувствую своей пельмешкой неприятности. Ну, пельмешкой эти. Как там, блядь, эту героиню зовут, я забываю. Ребекка, блядь, во. Точно. Уже за всю историю Резидент столько имен перебрали, что просто охереть. Да, кстати, посоветовали набрать растворитель с собой сразу. Вот я его и набрал. Так, ну чё, блядь, пистолетик пох... Да еб твою мать! Следующая станция, блядь, такая-то, такая-то. Давай на выход. Двери... Осторожно, двери открываются. Осторожно, двери закрывают. Где вот эти сообщения? Я без них не могу. Блять, я не очень удачно выкинул молоточек. Хуй его теперь подберешь. Да, наконец-то тупизна, ты поняла, что от тебя надо. Так, вооружусь-ка я, блядь, на всякий случай. Хуй его знает. Давай, сука, с царь пушки. Эй, ублюдок, стоять. Че ты сказал? Ты это мне сказал? Оу. Сюда надо-то. Зайц закрыто, да? Наверняка с другой стороны. Но с другой, с какой еще-то, блядь? Самая популярная херня. Че там, ничего нет, что ли? Походу, это я приехал в новую глобальнейшую локацию. На самом деле, игра не думает заканчиваться, блядь. Большая комната. Фабрика. Чё за фабрика, блядь? Группа, что ли? А тому ли я дала обещание? И вообще. Ой, блядь. Как она спустилась на этом лифте, если у нее кнопок нет? Сенсорный, наверное. И что это такое? Пусковая шахта какая-то. И тут можно как бы в дверь выйти, да? Mind you step. Смотри, куда идешь, что ли? Че? Или думай, куда идешь. Давай наверху сначала дверь проверим. Что-то у меня пусковая шахта напрягла немножко. Я думаю, что здесь должна быть машинка для записи, да? Мафинка для записи, ну же. На всякий случай я прищурюсь, вдруг ты, блядь, выпрыгнет. Где мы? Ой, патроны для пистолета, как мило, ёпта. Понятно. Это мы не можем взять. Мы не можем. Так, выбросим к нам вот эту хуйню. It's not so bad. It's not so bad. Так, а карта. Охуенная карта. Вообще от бога. О, блядь. Тут еще ходить и ходить. Карта завода. Это что? Плотно закрыто. Ты хоть подергай, блядь, может. Может, хер его узнает. Так, давай холл перезапишем. Давай ты быстрее, господи. Не. Так, а я думаю, что вместо коктейлей Молотова будет выгоднее взять патроны для моего вот этого дрына. Вот, да, гранаты. Именно это я хотел сказать. А это какие? Кислотные гранаты. Ну, лучше обычные, наверное. Хух, его знает. Что-то подозрительно начинают напичкивать патроны. Ну, пистолетные, блядь. Можете себе в очко уже засунуть. В начале игры бы их только столько наложили. В конце-то они уже... Когда я уже и пистолет-то, блядь, выкинул. Они мне патроны пистолетные задарили. Мудофилы, блядь, недоделанные. Так, ну чё, я так и думал, что здесь сейф. Это принцип Resident Evil, когда в новую локацию приходишь, в первой же комнате сохранялочка. Да и не только резьбы.
девиз Капкома, дай людям сохраниться. Мы не нам кабан дай, мы Dark Souls не делаем, мы не садисты, мы не фашисты, сохраняйтесь, люди добрые. Что это такое? Опачки. А, вот здесь сидели Вескер и этот. Да заебала ты нахуй меня этим инвентарем уже. Что-то появилось на экране. Гигантское человекообразное существо спит в капсуле. А, ну это ж тиран. Биорганической жидкостью. Что-то появилось на экране. Это, блядь, Крис Уокер, еба. Понятно. Ну, Крис Уокер, Outlast, ну, похоже. Ключи от завода, ну, обосраться. Блядь, сука, нахуй, педрила, блядь, ебаная. Ты чё, мразь? Еще одна? Блять, с какой камеры лучше его встретить? Как я хедшоты раздаю из магнума. Сука, они резкие, как, блять, понос нахер. Да даже резче, ебать. Фу, бля. Ну хоть ваншотятся они на ура из этой... Из этого топ-дрына. Так, а чё мне? Где дверь-то закрыта? А, вообще далеко, блядь. Можно было и сейчас теоретически сохраниться, как бы на всякий случай. Да нахер там две ленты всего. Опять выбрасывать, блядь. Опять слушать этот чиканье по клаве, нахуй. Я лучше переиграю лишний раз, надоели. Сохранение, блин, полгода. Дверь туда, блядь, открывается. Дверь назад открывается. Все понимаю, но, блядь. Игроков тоже надо понимать, что заебывает смотреть эти анимации бесконечные. И чё, ебать мой хуй, делать? Дожди. И чё? И чё мне этот ключ от завода, блядь, дает? Прости, господи, я чё-то не понял. А, с другой стороны тоже лестница. А, подожди. Я тут пришел. Внизу что-то говно какое-то лежит. Моя ситута не понимать. Че эта игра, блядь, от меня сейчас хочет? Куда идти-то, блядь? С ключами от завода, ибо. Блять, они чё, угорают? Чё на нем написано? Смотреть. Ю какая-то, блять, чё? Надписи на бирке БХ, блять. Баунти Хантер, ебать. Lineage 2. Сука, чё с ним делать? Ты, блин, от Жигулей ключ какой-то. Какая нахер платформа, блин? Какие нахуй шашки, блять? Так, ну здесь делать нехер, отлично. Я знаю, что самое время ходить, блядь, бродить и тыкать все подряд. Может, куда-нибудь это говно и вставляется. Просто вообще, блядь, у меня даже нет никаких мыслей. Двери все, блядь, открыты. Да хуй тут разглядывать? Может, что-то, блядь... Может, в этой комнате все-таки нижний лючок этот открывается ключиком? Который плотно закрыт. Ключ от завода, блядь. Плотно закрыто, хуй. А это что такое? Это панель управления, в ней есть отверстие для ключа. Да, еба. Вот что значит не подошел. И чё это приехала за херня? Платформа какая? А, ну я понял, где она поднялась. Дай-ка нахуй сохранюсь. Я думаю, что-то не просто так этого урода в банке-то показали. Ну, насколько я помню, в предыдущей части он убился одним выстрелом из ракетницы. А ракетницы здесь нету, есть только магнум. Интересно, с каким магнумов он ушатывается.
Как ты, конечно, раньше капком ленивый был, смотрю. От части к части даже врага нового не каждый раз придумывали. Первая часть Zero — Тиран, вторая, третья — Немезис. Это потом они уже снизошли, у Станака сделали, блядь, боссов кишечных каких-то. Ты будешь подбирать, ёб твою мать. Надоело нахуй уже это. Это все мне уже надоело. Может, вдруг он тоже коктейлями Молотова убивается? Ага, вон она где. И что это такое? Ага. Кнопки. Ну давай, нажать на кнопку. Да, пофигу, что она делает. Жми на все подряд. Мы так в детстве настройки бетономешалку включили. А выключить не смогли. Пришлось срочно сдриснуть оттуда. Я представляю, какой потом, блин, счет работягам пришел на электричество. Да я угораю. Они, конечно, за него не платят. Куда мы едем? И херовый завод, да? Чем Umbrella на этом заводе производила, там интересно, блин. Если вирусы в маленьких лабораториях делают, а тут такая ебула. Чё такое? А, понятно, начинается. Давай же опастая, готовься. А это кто такой? Нахуя ты так со мной разговариваешь, блядь, таким голосом? Я не понял вообще. У меня такое чувство, что вот эту заставку вожди нихуя не стали перерисовывать. Я должна найти его и дать ему от всей души. Ребекка, all right. Just be careful. Да, конечно. Больше я его не... Вы какой-то странный спецназ, блядь. Ты уклоняешься от прямого приказа, блядь. Делаешь, что тебе захочется. Ребекка, блядь, пойдем. Больше я его не видела. Вам незачем исследовать эту область? С хуёв ли? Так кто тут решает, что мне надо исследовать, что не надо? Комната охраны. Нет нужды осматривать ее. Это что началось-то раньше, блядь? Написали бы закрыто с той стороны, да и хуй с ним. Вам незачем исследовать эту область. Какого хуя-то? Подожди, он сказал, ну ладно, и пошел он туда, куда и мне пришлось идти, да? Дыра какая-то, блядь. То есть мы с ним могли как бы и вместе пойти, но он пошел один, и я его больше не видел. Грустная музычка такая, ну. Понятно, что фантазия уже подзакончилась, как бы, у разработчика. Началась какая-то борода. Так понимаю, этот ключ от той двери слева, да? Здесь вообще одна дверь, все. Мне интересно, а вот этот чувак с усами, он куда пропал-то вообще? Тут, блядь, одна только дверь. Она открывается ключом, который лежал все это время на полу. А чувак куда делся? Он что, блядь, в дырку в эту спрыгнул, что ли, или что? Больше я его не видел. Он споткнулся и уебался в дыру, блядь, и там сдох. Так что? Поползень. О. Сик-сик-сик-сик. Ох ты, ебать, сосраться. А где у него член? Ах, вот он что злой, у него пиписи нету. Да, без пиписи согласен, нахуй надо быть таким крутым, брутальным и здоровым. Ничего себе. Чувак, может, миром разойдется? Да, и предложить-то ему нечего. Ни болт соснуть, ни, блядь. Интересно, из кого это он вылупился такой здоровый?
Удачный такой. Ну что, дайте я уже ему напиздюляю, да и все, о чем заставки будем теперь 2 года смотреть, что ли? Как тебе? В очко. Ох, нихуя. 1-0, ладно. Слушай, у него рост-то, блядь, смотри, он выше, чем Валуев, ёпта, блядь. Внимание! Обрати внимание, здоровье-то на исходе. Обрати внимание, будет огребание. Ты заебал так делать-то уже. Чё, как побеждать-то, блядь? Хуя он ее, блядь, как портянку ебать, месит. Мне кажется, я знаю, надо ему въебать из гранатомета. Все? Ну, тираны, они встают, насколько я помню, да? То есть это не окончательно, он не окончательно сдох. Но мне нравится, что у меня появилась куча места в инвентаре, как бы. Свободного. Наконец-то, блядь. Впервые за всю игру вижу чистый инвентарь. Не засранный. Блядь, какая-то странная боевка с боссом в маленькой комнате с какой-то уебанской камерой, блядь, без возможности нормально целиться. И что это за залупа? Я не знаю. Ну, наверное, на первый. Где этого били яйца носят, я ж понятия не имею. Главное, на третий не ездить, там тиран лежит. Это мы где нахуй? А, тут поезд разбился. Я думаю, били тут нет. Да чё бы ему тут делать, блядь, Билли этому? Вообще не понимаю, блядь, где он нахуй. Кретин, сука. Не мог обезьяну побить, блядь, вонючую. Ой, ёб твою мать, ну начинается. Да где ж конец тоже этой всей байки-то, а? Я заметил, что большинство игр Капкома под конец умудряются заебать конкретно уже. Кроме Dino Crisis 2. Dino Crisis 2 был динамичный. Даже первый под конец утомил. Но не второй. Второй был прекрасен. На них как-то, блядь, затягивают, как, блядь, не знаю. Ого, патроны для мага. Там кто-то идет. Назад, сука, ты чё, блядь, а? Попутал, что ли, совсем? Говна кусок, блядь. Ну давай возьмем, бля, патроны. Стрелять, правда, ими не из чего. Может, магнум на мелкашку можно, блядь, переточить. А чё там лежит? О! А, нравится. Аптечка. Да хули опять такого-то? А, все понятно. Уже засрал инвентарь, понятно. Надо быть маньяком, чтобы в игре, где пистолеты даже не прокачиваются, всю игру проходить именно с этими патрончиками. А, ну чё, ёпта. Круг почета. Там монорельс. Можно, в принципе, открыть дверь, но туда не входить. Билд там нет, нахер. Тогда нужна эта комната. Правда, что-то я там выложу. Коктейли Молотова, по-моему. Да насрать. Хорошо, давай на 4-й уровень тогда спустимся, посмотрим, что на 4-м. Надо было сразу... Ну, в принципе, Билли не мог упасть вверх. Он упал вниз, поэтому объективно, да, надо было ехать сразу на 4-й. О, отлично. Малафья зашевелился. Игры закончилась. Лучше игра закончилась, а не игра.
Ты-то, блядь, вообще, кто ты такой? Кто ты такой? Вот, вот кто ты такой? Иди пой свои песни пиявкам, дуримар хуев. Вообще, блядь, главный злодей — это чувак, который поет песни и его слушаются пиявки. Ебануться, бля. Да в рот мне ноги. Мне бы такой сценарий показали, я бы, наверное, не знаю. Я бы этого человека уволил. Я не могу заметить, что он просто охуеть как удачно зацепился за арматуру рукой, будучи в бессознательном состоянии. Что шанс на шанс на это был просто минимальный. Отрезвляющее опиздюливание привело его в чувство. И его спустили в парашу. Все, Билли опущенец, можешь с ним не дружить. А что, только одна створка открывается, что? Так, нахер этот бензин. У меня есть магнум, зачем мне какое-то говно? Ну, конечно же. Сейф-комната. Патроны для Билли взять, не взять. У него-то есть пистолет еще. У него как бы и дробовик есть, и патронов довольно много. Так, ну давай на последний слот перехерачимся. Я уже, блядь, перестал понимать, где у меня какие сохранения. У меня уже мозг вообще от этой игры отек, потому что, ну, когда игра очень долгая, и под конец уже как бы я перестаю вообще воспринимать реальность. Я уверен, что сейчас еще дадут за Билли побегать. Мне почему-то кажется, что, блядь. При разделении персонажей здесь обычно оба персонажа используются. Питание. И чё, блядь. А оно включается не здесь, да? А, о. Панель энергоснабжения дамбы. Укажите точку включения электропитания. В любом направлении. Я ебу, в каком мне надо подать направлении. Чего? Ну вот, наверное. Ебула какая-то. Все точки надо зажечь. Ебанутые китайские кроссворды ваши, блядь. Тамада говно и конкурсы неинтересные. Хуйня какая-то. По каким, блядь, принципам работает эта хуета? Одному, блядь, китайскому богу, сука, известно. Вообще нахуй не представляю, что за говно. Даже, блядь, условия перечитывать смысла нет, нихуя непонятно. Ну чё? Ну, я вижу, что теперь надо здесь мацнуть. Здесь. А, при повторной хуйне наступает пиздец, да? Понятно, центральную точку, значит, трогать нельзя. Да-да-да, залепи дуло нахуй, все, я понял. Вот это хуёво. Опять сейчас наебут. Да, блядь, ну и хуедристика вообще. Серьезно, такого говна, блядь, никогда не видел. Да, вот эту, блядь, не надо зажечь, что ли? Почему она загорается? Блядь, как это работает? Чё случилось-то, ёбаный в рот? Просто нихуя не понимаю, блядь. Вообще, блядь. Дегродная загадка, на самом деле, её, блядь, только наугад, по-моему, люди проходят.
Вряд ли есть тот человек, который сидит, блядь, тут так, ибо вот тут потыкал, надо сюда потыкать. Ну и чё? Вот нихуя, да? Блядь, пиздец. Нет бы, блядь, как-то, я не знаю, более... Более условия понятные ставить. А, у тебя три хода есть, короче, понял. Так, три хода, надо, чтобы все загорелось. И по максимуму, значит, надо захватывать, да, территорию. Да-да-да-да-да-да-да, понял. Значит, вот максимальный захват. Здесь вот максимальный захват. И какая-то из этих должна, блядь, поработить все остальное, да? Наконец-то. Я не сразу заметил, что внизу там какие-то еще две лампочки загораются. Я все пытался вникнуть в суть магического рисунка на этой панели. Блять, я сохранился до этого, да? Какой я молодец. Честная станция, говно какое-то. А что это мигает за дверью? Как будто пушка какая-то. А, ты нахуй. Ура, Билли, я еду, ёптать. Заебал ты, конечно, уже. Бросить бы тебя нахер. Но за каким-то членом я еду, мне ж делать нехер. О, блядь. Ну и чем вас окучивать, придурков? Чувак, чтоб ты подавился, блядь. Пидрила тупорылая. Походу их там ну просто дохуя идет. Блять, а если я вас ебану из этого, вы сразу не сдохнете оба? Конечно нет, блядь. Схуев ли, да? Бутылка, блядь. Ну да, я сейчас, конечно, побегу крафтить себе молотки. Еще хилку можно сделать. Ну, поскольку патроны вообще порожняк не нужны, да? То лучше уж, конечно, скрафтить. Тентаклю, наверное, лучше все-таки коктейлями Молотова вырубать. Сука, сантехники какие-то, блядь, тут ходили втроем. Че вы тут делали? Все наверху, одни эти трое тут бомжей ходят. А вы говорите, пистолет не нужен. Ну, вот сейчас бы я сэкономил два выстрела из гранатомета и один из магнума. Вы не нужны. Я-то думал, их больше вообще таких красавчиков не... Чего? А. Вообще таких, думал, больше не будет, а они есть. Коктейлями Молотова в них бросаться тоже куда выгоднее, чем тратить на них магнум. Потому что магнум-то это вообще оружие абсолютного нагиба. Его надо экономить до последнего. А приходится тратить на каких-то уродов. Рукопашных сражений, к сожалению, нет. Не завезли рукопашной техники спецназу. Так, где моя самокрутка? Блять. Только не патроны. Да. Ну, желтое здоровье, это, в принципе, нормально, еще жить можно. Ёб твою мать, чупакабра вылезла, блядь, ты посмотри. Да пошел нахуй. Гамадрил, ёбаный. Понял? Сука, кто-то, блядь. Ты чё, тварь, блядь, в аду-то сгори нахер, а? Ну, еще удар можно пропустить. Можно? О, пристроился, смотри, там внедряет мне, походу, все. Тентакль свой. Отсоси, блюдок. А вот теперь хуяк. Хм.
Когда его убиваешь из пистолета, он взрывается. Когда ты его так отстреливаешь, он просто превращается в кучу дерьма и утекает. Так, там дверь закрыта. Я бегу скрафтить себе аптечку, естественно, потому что мало ли еще такой урод выйдет. Ой, блядь, туда-сюда, туда-сюда, сюда-туда, ёб твою. А еще говорят, Bloodborne неинтересен. Блядь, да там вот нахуй в половину не так геморройно. Сложно, конечно, да. По одному и тому же месту ходишь, да, но здесь ты, блядь, занимаешься какой-то вообще хуйней. Выложил все из инвентаря, два шага отошел, блядь, возвращаешься, подбираешь все говно, которое вывалил. Ну что это что, это, блядь, геймплей такой, что ли, нахуй, серьезно? Ремастеринг сделали. Сделали бы выбор, блядь, хотите ли вы таскать с собой чемодан для вещей, чтобы у вас инвентарь был резиновый, как вариант для прохождения. Но мобы при этом в 100 раз сильнее, я бы выбрал. В двери нету ручки, может она от себя открывается. Как бомжа этого нарисовали чётенько. Мы аккуратненько, аккуратненько. Сука, как мне на тебя жалко патроны тратить, а? Ублюдоёб недоделанный. Очень необычный пинбольный автомат. К сожалению, он сломан. Его нельзя использовать, чувак. Блять. Походу я застрял. Он мне заслонил камеры, и я не видел, куда бежать. Придурок, блядь, ебучий. Шары расставлены, словно кто-то играл партию. Ну как они должны, блядь, расставлены быть? И что тут делать? Вниз спускаться, понятно. Сука, можно было его не убивать, реально. Он тут в принципе не мешал. Это, наверное, был водитель катка. Ага, понятно. Здесь нужно двое. Один залезет на ящик, второй залезет вовнутрь, нажмет. Опять аптечки. Вот это интересно уже. Это же на какой хрен они тут лежат? Опять басура, что ли, вылезет? Что-то аптечки как-то зачастили, по-моему, нет? Пол игры я там хромал ходил. Патрон для дробовика. Походу, Билли сейчас в каком-то фильтре застрял, наверное. В фильтре для говна, например, а? Билли. Ой, бля. Как вы думаете, с чего я так вздыхаю скорбно? Потому что я уже заебался. Тут уже титры, блядь, финальные, ждешь, не дождешься, они тебе, опачки, еще загадочка, извольте. Я такой, конечно, спасибо, ай, нравится. Чем это не нужно-то? Влево тоже не повернуть? Да пошла ты нахер, что я тебе хочу сказать. Я думаю, что можно и перепрыгнуть тут, нет? Так, отсюда я пришел. Или отсюда пришел. А, нет. Там я не был. Пойдем сходим. Может, найдем неприятностей на жопу каких-нибудь. Блять, и здесь этот пидор побывал. Дави их нахуй. А на эти не наступить, что ли? Это как в этом, в «Люди в черном», тараканов давишь, потом большой приходит, когда разозлится. Здесь тоже маленьких давишь, потом большой приходит. Ой, блядь. Билли! Ну и как он сюда выпрыгнул? Дельфинчиком, что ли? Еще было не поздно сделать рот в рот ему. You're safe now. Are you okay? Hmm?
Чего они увидели-то? Вау, вау, вау. Нихуя себе, это первые трупы, которые мы видим за всю игру. Давай постоим, поудивляемся. Мы читали миллион записок про это, но до сих пор охуеваем, что кто-то использовал подопытных. Я-то думал просто, да, кто-то пишет там, блядь, мало ли, для острастки. Так, Билли, твой костюм что-то меня, блядь, что-то мне нихера не нравится. Нутпатч хотите на Билли? Нутпатч посмотрим. Да я шучу, нету. Никто не хочет смотреть на его чайник. Так, ну чего, у Билли есть патроны. Ребекка может поддать ему еще кучу патронов. Вот сейчас бы Билли мог добить бомжа обычного. А может отдать Ребекке дробовик? Поменять на гранатомет? Пусть она тоже с чем-нибудь со скромным ходит. А то хули она будет... Бомжа увидит, будет по нему из магнума стрелять, что ли? Нахер надо. Такие радости. А там что за комната? А там закрыто. И код нужен, да, походу? А, с другой стороны. То есть похеру, да, что тут кнопки какие-то на стене? Понятно. Да. Я Билли с нами идет? Я ему скомандовал идти или что? Придурок, блядь, ебучий. Господи, зачем они меня бесят, а? За что? Follow me. Okay. Пошли, блядь, отщепенец, сука, недоделанный. Сдам тебя властям, будешь в бутырке, блядь, чалиться. Убийца. Так, мы сейчас возьмем карточку и чего? Что там с этой карточкой надо делать? Правильно, кататься на метро, это проездной. Так, что у него все заряжено? О, а там руль. Руль, прикольно. You stay here. Yeah. Будем экспериментировать на Билли. Вдруг что пойдет не так. Пусть он нахуй утонет. У Ребекки магнум, она ценнее. Сейчас я пристроюсь. Ну чё, блядь, ящик не повернуть, что ли, ёбать? Нахер тогда это вообще говнище тут нужно? Хули опасного-то, ебать? Чё, его водой убьёт, что ли, заебал? Тупое говно. Билли, нам нужен этот руль. Придется рискнуть твоей жопой. Скип нахуй, видели. Так, Билли. А, сейчас Билли что-нибудь сделает. Ну, прыгать, нет? Нихт прыгать? Ленивый свинья. Давай повернем вправо. Это больше не нужно, охуенно. Я, может, что-то, блядь, не понимаю? Я даже допускаю, что я скорее всего не понимаю. Но, по-моему, это какая-то хуйня. Блять, я понял. Он должен подвигать ящики вручную.
Я-то думал, что вот эта херня и для того и нужна, чтобы ящики поворачивать, выстраивать в линию. Но, видимо, блядь, у них какие-то свои планы на этот счет. Ну, допустим. Теперь надо влево, да, чтобы ее задвинуть ящик. Говнище маломощное, ёпты маму куделал. Главное, они даже цветом выделили тот ящик, который надо подвинуть. Так я не понял, мне надо куда? На тот берег, да, все двигать? Думаю, да. Так мне вообще интересно, эта заслонка здесь вот чисто вот практическое применение какое-то имеет вообще? Вот, для, вот, вот нахер она нужна здесь? А, в плане конструкторской особенности она на что влияла здесь? Воду она, блядь, не может как-то течение регулировать, да? Потому что она, ну, это решетка. Она такое ощущение, что пену тут взбивала, знаете? Там миксер какой-то огромный, блин. Так, наверное, это оптовое производство молочных коктейлей. Судя по всему. Я просто вообще не понимаю, нахрен. Ящики там какие-то, блядь, валяются и говно это крутится. Зачем? Ой, боже ты мой, ёб твою мать. Ой. А. Бля, я понял. Серый ящик, сука, он тонет. Вернее, он не плавает. От этого загадка стала, блядь, в два раза нахуй гениальной в моих глазах. Ну как бы, а как я выковырю теперь черный ящик обратно? Я вот что-то не очень понимаю. Или он вернется на свое место? Нет, он не вернулся на свое место. Что я, блядь, сделал не так, я понять не могу сейчас. А, я понял. Теперь я, блядь, понял. Я не понял, нахуй нужна эта поворотная херовина, но я понял, для чего она нужна мне. Зачем она поворачивается в геймплейном плане. Она плавающий ящик задвинет. Ну и пиздоферсон эту за, блядь, хуйню придумывал, сидел, а? Внеочередных пиздюлей этому человеку в плане премии. Вместо премии. Да, пойдет, наверное. Не знаю. Спасибо, что хоть тут нету этого. Не показывают ступеньки, когда он лезет. Вот, теперь мне надо повернуть по часовой стрелке обязательно. Значит, право, да? Это нам не нужно. Угу. Да, давай налево повернем. И это нам не нужно. Потому что мы ебанутые, да, Билли? Я знаю, что нам нужно. Наверное, надо выйти, блядь, и зайти. Тогда все сбросится на место. Волшебным образом все вернется, блядь, на свои места. Потому что все самое интересное происходит, когда мы этого не видим, когда мы, блядь, моргаем и отворачиваемся. Та-дам! И воду спустили, блядь. И ящики стоят на месте. Вот охуенно, да? Ай, капком, блядь. Ай, нравится. Тупое говно, блядь. Ой, ёб твою мать. Так, ну что ж, наколдовал за кадром. Блядь, конечно.
как сложно разойтись на узкой лестнице. Начитовал за кадром себе ящики в рядок. Теперь мы забираем этот руль. От Жигулей шестой модели, тюнингованный. Тюнингованный под ржавчину. Все, валим отсюда нахер. Теперь чего? У меня есть руль. Надо машину теперь, наверное, найти и уехать на ней отсюда. Я просто не понимаю, блядь, чем вообще эта игра хочет чем она хочет закончиться. И я что-то вообще не врубаюсь. Мне это куда? Туда? Да, эх, помню, раньше так очково было в эту игру играть, что каждый шланг на полу змеей казался. Теперь ты, конечно... О, дорогая. Слушай, я думаю, что на самом деле Тирандос-то еще вернется, а вот нам бы... А вот нам бы с тобой, слушай, аптечку вот еще одну, а? Как ты считаешь? Я считаю, что заебись. Я считаю, что зрители, которые просят меня постоянно записывать этот Resident Evil, с удовольствием, подчеркиваю, с удовольствием посмотрят, как я сейчас буду это крафтить. Потому что, блядь, вырезать я лишний раз тоже ничего не хочу. Это заебывает просто по-черному. Ай, атмосферно. Я буду атмосферно. Смотрите, зеленую травку. Смешивать, наводим на красную, смешали. Так, обменяем, отдаем это, блять, атмосферно. Как атмосферно вообще? По-моему, атмосферно просто, блять, охуенно. Если еще их пощелкать туда-сюда, попутать управление, атмосфера от этого только, сука, улучшается вообще. Подбираем обратно патрон. Надо обязательно комментировать всякое говно, блять. Мы подбираем с пола патроны, мы подбираем с пола вторые патроны. Посмотрите, там цепь какая-то, ее не подобрать, к сожалению. Тут какие-то бочки, боже мой, что это за бочки, блять? Атмосферный летсплейщик обязан рассуждать на тему бочек. Так, и тут не ебаться загадка. Я думаю, что обычно, как говорили, типа Ребекка, она полегче, поэтому... Так, кто из них может управлять катком? Ну, вряд ли Ребекка, да? Так. 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 I'll go check over there. Okay. Вот. Я так понимаю, что с этой стороны мы в каток залезть не можем, можем только с этой почему-то. Потому что здесь камера лучше покажет процесс. Отсек для батарей. А руль туда не вставить, не покрутить. Ребекка, у тебя есть какая-нибудь нахуй батарея, ёпта, бля? У меня вот никакой нету. Интересно почему, блядь. Это просто досада. А, я понял, что это за руль, это от той двери. Непонятно, как ее на руль закрыли. Я надеюсь, Ребекка идет за мной, потому что враги теперь злые, а сохранение я даже не помню где. Дело в том, что я беспалевно посреди прохождения просто встал и пошел чаи гонять. До новости поглядывать и, короче, нахрен вообще... А, вот, смотри, карта есть. Ты карту провахлил. А, у меня от зомбака же бегал. О, ебать. Ничего тут лабиринтов. Карта лечебного чего? Лечебного крыла? Отлично. Ну, сейчас дурики полезут, наверное, со всех щелей. Ебать! Скотт Малдер ведет перестрелку. Это же откуда они взялись-то, блядь? Бля, Ребекка из дробаша, по-моему, да, ему башку снесла. Кучно легли, ребята. Так, дай-ка я вставлю сюда. Это прям как, блядь, на подводной лодке переборка с рулем. Я представляю, сука, кого они там закрыли. Сейчас, нахуй, подводники полезут злые, наверное, пиздец. Ну давай, вдохни поглубже, проезжаем Сочи, ёптать. И никого. Ебать мой хуй, это кто такие? Марсиане. Куда ты стреляешь, дура? Куда ты стреляешь, ты ебанутая, блядь? Ты тратишь мой патрон. Я понял, я должен ей играть. Вот как надо стрелять, сучка тупорылая. Ладно, били этого завалить, я уверен. Мочи били. Не стесняйся, я тебе именно для этого и дал кучу патронов. Они все одинаковые здесь, к сожалению. Вон еще один на полу лежит.
Этот клапан регулирует давление воды в трубах. Незачем его трубы. Ебать, Билли, ты чё нахуй не смотришь, куда наступаешь-то, сука? Я за тебя патроны потратил. Хотел тебе ногу отстрелить, чтоб ты на одной хоть убежал. Вырвался на одной и упрыгал. Придурок, блядь. Эти боты такие тупые, господи, почему меня заставляют с ним играть? Вот, видно, что у них туда следы какой-то, каких-то операций на телах, да, вот эти шрамы какие-то. Вот, но все они, блядь, внешне абсолютно одинаковы. Что не может не раздражать. Желтые, блядь, чему-то. Китайцы, наверное. Подняться по лестнице. Ну давай поднимемся по лестнице. Если бы наверху кто-то был, я думаю, что мы бы услышали. Он бы мычал, там, того топал, блядь, чавкал. Билли, давай. Настало твое время, ебашек. А кто такой? Электрик дядя Вова местный. Электрик дядя Вова в кирзовых ботинках. А, мы уже должны были закончить исследование этого полуразрушенного комплекса. Но кто бы мог подумать до отправки сюда, что нам придется отстреливаться, пробиваясь к выходу. На сверхсекретном совещании перед отъездом нам не предоставили никакой информации об атакующих монстрах, так что, возможно, для нашего начальства все это также оказалось непредвиденным. Учитывая происходящее, твари, внезапно нападающих на людей в лесу, могу лишь предположить, что кто-то умышленно распространил здесь этот вирус. Но охрана, наши солдаты, наверняка не где-то поблизости. Нет, теперь об этом можно не тревожиться. О чем я должен побеспокоиться, так это оставить ли мне последний патрон для себя или для парня, что идет впереди меня. Это все, что мне остается. Не надеюсь, я охуенно атмосферно прочитал этот ебучий доклад. Смею вас заверить, что мне абсолютно похуй. Так, вот мне сказали, что надо с собой набрать красного химиката обязательно, но у меня уже есть стерилизующее вещество. Билли, давай, хуй верьте его. Я буду тебе мешать, я же тёлка, я постоянно должна мешать. Ты ведешь машину, блядь, я тебе мешаю. Ты стреляешь, я тебе мешаю. Ты играешь за компьютером, конечно, я тебе мешаю, блядь. Нахуй я еще в твоей жизни мешаться тут? Ну и все. Видишь? Какой ты молодец. У меня. То есть я сюда залез только... О, вот что я сюда залез. Здесь травушка. Здесь закладку кто-то сделал. Беспалевную, блядь. Так, на какую кнопку инвентарь? Блядь, точно не на эту. А, что у нас тут по инвентарям-то? Так, талям по полям. Угу. Можем скрафтануть. Но, в принципе, я думаю, что... Одну ячейку надо держать свободной, потому что мы постоянно что-то подбираем. Да и крафтить впадлу. Да и хилки у нас есть. Да и ППСники могут выпрыгнуть. Придется завалить. Так, что куда дальше-то? Ага. Ого, ага. I like it. Caution. Че, неужели в этой части не будет такого, что дверь открываешь, и зомбак выходит тебе навстречу? Это же самый скример, самый смак. Еб твою мать! В разных стреляйте, блядь, до пёздолы. Вот, били огреб, дождались. Че, сильно его пизданули-то? Да нет, зелененький. Живучий гад, блин. Что, конечно, хорошо, не придется возвращаться за этими аптечками, которые только что были. Все, и здесь просто по прямой надо было, да, пройти. Отлично вообще. И они тупо на прямой поставили двух лягушек-мутантов. А, это эти лягухи из Battle Toads. Инфа соточка. О, чьи-то копыта чьи-то лежат. Билли, что скажешь? Музыка такая, как будто здесь можно сохраниться. Самая расслабляющая мелодия моего, сука, детства. Когда в резьбе играет музыка, это значит, что вам нихуя не угрожает. А еще это значит, что это самое подходящее место, чтобы закончить серию. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, короче, все как всегда.